Всем доброе утро. Здрасте, здрасте. Банда завтракает. Вы видите в рационе и телятина, и шейки. Банда. Детский сад, а детский сад. Ага, Серега, привет. Как там в Новой Зеландии, а? Как там дела у Юлии? Ребят, у всех все хорошо. Привет с Куликового поля, с Днем Тигра. Спасибо, ребят, всех тоже с праздником. Вас тоже, ребята, с праздником. О, логотип Тигра, это что у человека? Здравствуйте, почему у кошачьих ошейники? Как почему? Чтобы с детства привыкали к ошейнику, чтобы можно было их потом водить на поводке. С Днем Тигра, ребят, да, спасибо. Каким аппетитом трескают мясо. Да. Завтрак. Вайтика давно не видно. Ребят, он на другом участке. Мы его не показываем, потому что мы там бываем ночью. Ну, вообще, сейчас в последнее время редко что показываем. Потому что стройка, ремонты, ну и так далее. Мы так очень быстренько что-то выкладываем. И по ходу дела, где что бываем, там чуть-чуть подсняли и все. Мы жить не успеваем, ребят. Мы с женой не успеваем жить. У нас еще собака приболела. К нам ветеринар каждый день. Сейчас там через час он должен приехать, капельницы ставить. В общем, лечим животных. У нас ужас, что творится. Еще сейчас пооткрывали всякие секции, не секции у ребенка. Можно ездить, занимается всякими штуками он у нас. Ну, ребят, это ваша жизнь, да. Пусть песик выздоравливает. Да, да, Милка приболела. Она после операции, ей не очень хорошо. Но пытаемся сделать все, чтобы она выжила. У крупных собак выпадает матка очень часто. И чего ты там жуешь? Трескай. Лисаночка, лопай. Лопай, лопай. Лопай, эти полосатики. Казахстану привет, всех благ вам, молодцы. Спасибо большое. Мухи с утра одолели, да? Позавтракать не дают. Только хочется. Рони, ты что, наелся? Не в то горло? Что за операцию? У нее выпала матка во дважды. Ее пришлось стерилизовать, чтобы дальше она не выпадала. И после стерилизации... Ешь давай. Ешь, иди. Иди завтракай. Иди завтракай, говорю, не приставай. Все. А вы кто по жизни? Я не понимаю такого вопроса. Человек я по жизни. Откуда тигры в клетках? Куда полиция смотрит? Скажите, тигры не боятся клеща? Нет, клещей тигры не боятся. Спокойно переносят. Ну да, сейчас начнется. Забирают друг у друга. А с той миски нет? С этой вкусней, что ли? У вас можно поучиться, как любить людей и животных? Ой, вот одна вот девушка здесь сейчас очень хочет, чтобы ей высказали, которая говорит, куда полиция смотрит. Какой вы счастливый человек рядом с таким чудом. Да.
Ростову привет большой, ребята. Сколько у вас животных? Ребят, мы не считаем, у нас много животных, правда, очень много. Привет из Казани. Казань, огромный привет. В данный момент им примерно 3 месяца. Вместе кушать веселей. Ребят, побегу убирать у животных, мыть вольеры. В общем, все. Всем всего доброго. Лисан, иди у себя, кушай, вот у тебя есть. Иди, все. Всем пока. До новых встреч. Пока.